Ультразвуковой увлажнитель воздуха Атмос-2640 использует принцип ультразвукового распыления воды, который позволяет достигать большой мощности с одновременно низким уровнем шума и энергопотребления. Прибор рассчитан на эффективное увлажнение помещений площадью около 30 квадратных метров. Простейшая регулировка увлажнения всего лишь одной кнопкой управления, автоматическое отключение в случае недостатка воды в резервуаре и абсолютная надежность в работе. Отличительной особенностью увлажнителя воздуха Атмос-2640 является его необычный эко-дизайн, который позволяет сделать техническое изделие прекрасным полезным предметом домашнего интерьера. Усовершенствованная элементная база изделия позволила значительно повысить коэффициент полезного действия при одновременном снижении энергопотребления. Увлажнитель воздуха Атмос-2640 относится к типу ультразвуковых приборов по увлажнению воздуха. Это новый принцип в области увлажнения воздуха, который позволяет достигать большей мощности с одновременно низким уровнем шума и энергопотребления. В изделии используют пьезокерамический элемент, преобразователь, который способен преобразовывать электрическое напряжение высокой частоты в механическое, ультразвуковые колебания. Во время работы прибора пользователь может регулировать мощность преобразователя с помощью регулятора управления. Таким образом, можно увеличить или уменьшить количество воды, испаряемое в помещении прибором в единицу времени. Кроме этого, в увлажнителе воздуха Атмос-2630 дополнительно реализована функция автоматического отключения прибора в случае недостатка жидкости в резервуаре. Уважаемый пользователь, большая просьба внимательно ознакомиться с предупреждениями и предостережениями при эксплуатации увлажнителя воздуха Атмос-2640. Мы призываем вас соблюдать все указанные меры предосторожности. В результате работы увлажнителя воздуха у человека происходит ускорение процессов метаболизма и увеличение сопротивляемости организма к различным болезням, что благотворно влияет на здоровье.